Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале SmartWatch, канал только о смарт-часах и более ни о чем. Часто очень спрашивают на канале у меня, возможно ли настроить нижнюю кнопку, которая по умолчанию сделана как вызов Samsung Pay или Samsung Wallet, допустим, у нас, но где-то это сделано еще по умолчанию, если нет этих настроечек, как Bixby и так далее и тому подобное. То хочу вам сказать, что с недавнего времени это стало возможно на новой прошивке. Раньше это можно было сделать, потом прошивочка новая появилась, эта функция перестала работать, но сейчас какие-то умельцы опять сделали, и мне один из подписчиков канала закинул этот файлик. Вот он, этот подписчик, спасибо ему огромное. Ну и как это все дело работает, я вам сейчас покажу. Нажимаем, ждем, и пожалуйста, всплывает приложение, которое я настроил. Далее, само вот приложение, как его устанавливать, дорогие друзья, я показывать не буду. Ссылочки будут в посте на то, как установить это приложение с телефона, в том числе и как установить это с компьютера. Я просто покажу, как сделать так, чтобы это работало, и объясню сейчас, в каком случае данное приложение будет работать. Выбрать можно любое приложение, установленное у вас на ваших часах. Здесь оно, которое по умолчанию, либо не по умолчанию, либо кастомное какое-то, неважно. Любое приложение вы сможете установить, в том числе даже и вернуть валет на место. Ну, допустим, сейчас какой-то я выберу при вас Samsung монитор. Выбрал. Все, теперь нажимаю. Все делается очень просто. И вот, пожалуйста, выбор. Во-первых, в каком случае данное приложение работает? Оно работает только в том случае, если у вас предустановлено приложение Samsung Wallet или Samsung Pay. Если этого приложения нет по умолчанию на часах, оно работать не будет. И если вы удалите это приложение с часов, то это приложение тоже работать не будет. Оно просто подменяет команду вызова Samsung Wallet или Samsung, Pay. Да? Выбрали, и теперь нажимаю, смотрите. Сначала Wallet всплывает, а потом уже приложение по измерению температуры. Кстати, это приложение тоже изменилось. И если вы его покупали в Wear Store, то проходите и новую версию скачивайте. Тоже оно изменилось и стало работать намного лучше и эффективнее. Если вы вообще про него ничего не знаете, то тоже в описании видео на всякий случай приложу вам. Так, значит, друзья, как я уже сказал, сначала у вас должен быть Samsung Wallet или Samsung Pay. Потом вы устанавливаете одним из вас удобных способом данное приложение, которое вы сможете, если хотите поддержать канал, скачать его с Wear Store, либо с SV Hub. Ну а если вы не хотите поддержать или у вас нет такой возможности, то оно будет доступно свободно в чате для приложений SV. Далее я вам покажу, что сделать, или вернее кидать разрешение, чтобы оно работало. Я сбросил кэш и сбросил данные приложения для того, чтобы вам продемонстрировать, как оно начинает с самого начала. Вот вы его установили и теперь запускаем. Мы его запускаем, оно у нас открывает список всех приложений. Но изначально оно работать не будет, а переключает нас в режим специальных возможностей. Это может быть сразу оно запустится, либо когда вы выберете какое-то приложение из списка, у вас всплывет вот данное приложение. Вы идете и ищете установленные приложения, вот эту вот графу, нажимаете на нее, далее здесь выбираете вот это вот оно приложение и даете ему разрешение. Все, вот после этого выходите в основной список данного приложения, уже выбираете то приложение, которое хотите запустить, ну допустим вот это вот изменение шрифтов, кстати, это тоже можно приобрести в Galaxy Store, или вернее Wear Store. Так, ладно, все, я его выбрал, теперь выхожу, нажимаю кнопочку, и вот запускаются мои шрифтики, пожалуйста, вот они запустились. Первый запуск будет именно такой, чуть-чуть долгий, потом остальные уже запуски будут без проблем все запускаться. Чтобы поменять приложение, мы просто опять-таки идем, запускаем само приложение. Выбираем из списков нужное нам. Вот, кстати, тоже измерение температуры. Все, просто нажали, вот всплыло вот это вот уведомление о том, что все произошло. Изменения нажали. Пожалуйста, вот измерение температуры тела.
Все прекрасно работает. Цельсия, Фаренгейт сразу вам, пожалуйста. Ну, такая вот тема. Если же вы еще не подписались на канал СВ, подпишитесь обязательно. Также на телеграм-каналы, все в описании видео. Спасибо за внимание, всего доброго, до свидания и до новых встреч.